центры действительно принимают людей. Я когда пришел, меня как зацепило вообще, почему? Я же тоже был, ну, отпетый, никому не нужен я был. И когда я пришел там, в центр, попал, я понял, что я нужен, люди мной занимаются, я как бы, они опекают меня там, заботятся, дают мне чай, когда я болею, да, и как-то вот, это не поделье, не то, что в мире, когда ты нужен из-за чего-то, из-за того, что у тебя что-то есть и что ты можешь. Я увидел вот это принятие, когда меня за плохое поведение пытались выгнать, а основная масса, она хотела меня оставить, просто они переживали за меня. Меня вот это так особенно тронуло, что есть вот это принятие, не отвержение, а принятие. Сегодня братья в центре тоже рассказывают, что приходят, и он видит здесь заботу, теплоту, и он как бы через это Бог касается его сердца, он понимает, что о нем просто заботится. И он хочет здесь быть, он видит здесь жизнь и будущее. Слава Богу, что можно сегодня так как-то вот служить. Но у нас еще есть одно свидетельство с реабилитационного служения. Дима, брат, аплодисменты ему. Он заканчивает служение реабилитации. Вот-вот в этом месяце он выпускается. Год он верно шел к этой цели. В общем, он сейчас сам расскажет. За церковь начал волнуйся. Ну, значит, начнем с того, что еще 4 года назад я жил, как все обычные люди. У меня была квартира четырехкомнатная, была машина, фирма своя была, двое детей, жена. Я не думал ни о Боге, ни о чем, как бы жил просто своей жизнью. И как-то шел обычным путем, не стремился особо ни к чему, деньги, забот, семья. Вот. И потом в мою жизнь вошел грех, блюдеяние. Началось, знаете, такого маленького, как бы, казалось ни о чем, что там такого. А потом, знаете, в период где-то в течение 2 лет началось просто, просто все. Фирма разрушилась, она влезла в большие долги. Аренда цеха, офиса, кредиты, просто сели в фирму. Она обанкротилась. Пришлось остаться женой. Один сын ушел в армию, старший, младший. Они, у него была другая жена, ну, как у меня от этой жены были дети. Младший же тоже со мной. Мне пришлось отдать его родной матери. Потому что и того, и другого сына я забрал. Я воспитывал их сам в то время. Но пришлось отдать его тоже родной матери, потому что я просто начал катиться вниз. Мою жизнь вложили в наркотики. Начал употреблять курительные смеси. Вот. А потом семья развалилась, которая была на тот момент. Квартиру разменяли, часть денег просто по-нормальному сказать, своим словом выслали. Остались машины. Какая-то квартира, часть квартиры, то, что мы разменялись, не там осталось. Вот. Но потом постепенно одну машину у меня просто отжали, нормально тоже сказать, блатные там вошли в мою жизнь. Вторую машину у меня просто украли, тоже так в то время наркотики занимали всю мою, как бы скажем, жизнь. И как-то казалось, что все нормально, пришел человек, я ее сдал, хотел сдать ее в аренду. Он меня взял ее в аренду, я ему отдал ПТС, все отдал, как бы. Мне было без разницы как-то в этот момент. Вот, и он ее на нее уехал. Третью машину мне просто угнали. И потом я остался один. Снял квартиру, ту квартиру, где я живу, которая у меня осталась, я ее, она в Щегловке, далеко там от Кемерово, 20 километров от Кемерово. И там было неудобно, работы там нет. Я пытался своими силами что-то сделать. Сын пришел старший с армии. Вот. А потом, значит, когда мы с ним стали вместе употреблять наркотики, такая даже ситуация очень страшная, на самом деле. И когда однажды я проснулся в подъезде, 4 часа утра, как сейчас помню, на лестнице. Справа от меня сидел сын, он спал на плече.
Тогда я молился Богу, что так больше жить нельзя. Ну и где-то через месяц, сын уже к тому времени, он уже был в этом центре, пришел за мной, но я его утащил за собой, как бы, ну я его сказал, что оставайся со мной, зачем тебе все это надо. Я не понимал, что это, что здесь и как, здесь, зачем это все нужно. Ну, и он меня звал, как-то пытался что-то сделать, я его не слышал. И потом, когда эта ситуация произошла, я понял, что так же дальше жить нельзя. И он сказал: «Пап, я знаю здесь спасение». И вот мы сейчас вместе с ним здесь. О, встань. Мы приехали сюда с ним год назад. Было, знаете как, там было все замечательно так. У меня получилось день рождения, через день. Мать сказала: давайте вам там денег, все, мать приехала, купила мне торт. Я был просто, чтобы вы увидели меня. Я был грязный, у меня просто, люди все были черные, обросший, худой. У меня есть фотография того времени. Я вешал на тот момент около 78 килограмм. Смотрите меня сейчас. Сейчас мне 92 где-то примерно уже, то есть вообще как бы мой нормальный вес до того, когда я вам рассказал 4 года назад, был 120 килограммов. Вот, так что я еще буду расти. Вот, ну и сейчас мы здесь, в течение года, знаете, я вам скажу, что когда попал сюда, у меня с первых дней начались чудеса, с первых дней. Очень много было чудес, все братья реабилитации, кто помнит тот момент, когда я был, Стас, особенно Стас, огромное спасибо. Для меня этот человек был эталоном того, как нужно быть, как нужно жить, как нужно расти в реабилитации, как нужно себя вести и не поддаваться искушениям. Вот. Он мне очень помогал, наставлял меня. Спасибо. Ну и братьям всем спасибо. Спасибо, церковь. Спасибо, Дима. Трогательно, да? Правда, сила вообще, свидетельство. Бог сказал: будьте мне свидетелями, аминь. Я знал, что Дима, он хорошо расскажет. Я видел, как он пришел, я видел, как он приехал, как он заходил в калитку. Вот он рассказал, худой, без волки. Ну, видно, что вот где-то вот он там вот так вот ходил с сумками, с какими-то пожитками своими старыми. И сегодня этот человек совершенно, мышление совершенно другое. Слово Божье, оно живо и действенно. Оно приходит в твою жизнь, оно меняет твое мышление, твои стереотипы, твои ценности. Ты совершенно смотришь на этот мир по-другому, у тебя глаза открываются. Потому что раньше они были закрыты, и он не видел. Так вот, Бог пришел, чтобы слепым дать прозрение, чтобы ты сегодня видел и слышал Слово Божье. Слава Богу за Диму. Прославление может выходить.